Причем вам много бумажек надо подписывать. А заявить, Это уже вторая половина. Кто, извини. Анечка, ты. Аня, да я уж потом... Ну такая приятная суета. Да не, не очень. Сам я. На ручку еще одну. Чернила кончаются. Да. Петрович, было раньше меньше бумажек. Следя за тобой на сборах в Испании, я думаю, ты в какой-то степени, может быть, и поможешь и в последующих матчах. Надеюсь на тебя, Димка. Давай. Петрович. Все? Да. Дим, теперь надо в десятку попасть. Огородами. Доктор. В отличном состоянии. Со стороны хорошая. Это супер для такого времени. Ну да. Травка молодая. Не, главное, чтобы она держала, когда будет бегать. Вроде да, если прочитать, должно хорошо. Сидим. Ну что, ну это... Исторический момент в российском футболе. Мы идем на рекорд. И этот рекорд будет принадлежать Локомотиву навечно. Как на сборах было? Великолепно. Великолепно. Хорошо. Ребята говорят, они еле живы. Еле живы? Да. Бабана. Бабана. Говорят, что они как лошади. Да. А как же? Надо пройти это. Фундамент заложить. Фундамент, я думаю, такой заложить. Дом построить. Не успеешь, главное. Не, удачно попали, что с погодой. Вообще таких сборов не было, по-моему, на моей памяти. Ну, это же не Турция, из-за Испании. Потому что, нет, там бывало, попадешь в дожди, когда начинают поливать. Нормально. С китайцами хорошая игра была. С китайцами хорошая. С этим. С Пенглини, да. И руки пары. Чуть-чуть повыше.